Я, между прочим, работаю. Итак, свершилось. Пермский классический университет открывает бакалавриат рекламы и связи с общественностью. Мы шли к этому достаточно долго, мы не торопились, мы отрабатывали программы, мы подбирали штат преподавателей, мы нарабатывали опыт. Лирично. Трогательно. Он выжмет не одну слезу. Что же такое реклама и связь с общественностью в ПГУ? Прежде всего, это глубокие гуманитарные знания, которые будут сочетаться с серьезной практической работой. Наши студенты будут непрерывно писать, снимать, фотографировать, анализировать, составлять планы, стратегии и тому подобное. Конечно, учиться будет нелегко, поскольку в программе, кроме гуманитарных дисциплин, включая русскую литературу, будет и теория вероятности, математическая статистика, и социология, и много-много чего другого. Но будет очень интересно и будет очень весело, я вас уверяю. Ну а после всего этого вы выйдете в свет, я имею в виду, выйдете на рынок труда подготовленным специалистами, которые готовы будут осуществлять любые коммуникации в любых сферах, в политической, коммерческой, в гражданской, где угодно, поскольку рынок этих услуг во всем мире растет, в том числе и в России. Есть несколько студий, которые делают рекламные ролики. Им позарез нужны толковые сценаристы. Усилия, которые вы потратите на то, чтобы учиться на нашей специальности, не пропадут даром, поскольку вас ждут, с нетерпением ждут на российском рынке труда. Сегодня профессия стратегического коммуникатора самая востребованная на рынке труда не только в России, но и за рубежом. Ага. А теперь покрути его. Ничего не боись. Все решим. Ничего не боись. Все решим. Три составляющих: глубокая теория, серьезная практика и карьерные перспективы. Вот то, что вас должно привлекать и привлечет, я думаю, к нам в Пермский классический университет. Это только начало. Да, мы не ошиблись. Вы действительно мастер своего дела. За начало.